Всем привет! Меня зовут Смирнова Екатерина. И я вообще первый раз оставляю что-то в видеоформате, особенно такие отзывы, немножко смущаясь. Мне 23 года. По профессии я учитель русского языка и литературы. В данный момент работаю в школе. Всегда нравилось заниматься каким-то творчеством, рисовать. У меня есть художественное образование, но никогда ничего подобным не занималась. На курс наткнулась просто, не знаю, каким-то случайнейшим образом в интернете что-то искав. И тут мне в мозг засела идея, давай, иди туда и делай это. Просто какой-то бзик был. Ну, я пошла, в тот же день заплатила деньги и ни разу с тех пор вообще не пожалела. Это просто потрясающий толчок. Это столько вообще эмоций, столько вообще работы было проделано. От каких-то каракуль, которых я рисовала в первые дни, элементарно капельку нарисовать не могла, взять в руки конус, и до таких классных достаточно работ, которых не стыдно выставить, которые не стыдно показать, которых хочется реализовать на человеке. Очень здорово. Ну, я безмерно благодарна Ирине и Спартаку за то, что они сделали такой проект огромный, столько сил туда, видно, вложено. Просто потрясающе. Спасибо вам большое. Могу показать несколько. Вот это вот у меня сабуника. Вообще любимая любовь моя за весь курс, все, что получилось. А, кстати, это марафон Animals, который был 7 дней, который я безбожно просто опаздывала каждый урок, но я сегодня его добила. Осталось еще Ганеша его только нарисовать. Ну, там разные цветочки, на руки всякие штуки. Завтра пойду рисовать на модели дипломную работу. Очень переживаю, но думаю, это будет очень классно. Всем, кто сомневается, брать или не брать курс, брать. Это вот вы не пожалеете никогда и ни за что. Это мощный толчок. Что мне безмерно понравилось, это на самом деле задание, которые выталкивают тебя из зоны комфорта. Например, было задание организовать мероприятие. Для меня это было ужасно. Я никогда бы, если бы вот не вот эта вот школа, я бы не договорилась с каким-то антикафе, не написала бы. Это для меня просто ужас. А тут я это сделала, я пришла. Было, правда, не все очень хорошо, но это был очень полезный опыт. Я пришла домой и записалась еще на ярмарку, которая скоро будет у нас проходить. То есть я вышла из своей зоны комфорта и получила результаты. Если бы не школа Мехенди, я бы ни за что и никогда не вышла из своей скорлупы. И сидела бы в школе всю жизнь и работала. А сейчас у меня большие планы. Я наконец-то уволюсь из этого ада и открою свою студию. Может быть, когда-нибудь обязательно это сделаю. Спасибо большое, Ира и Спартак, еще раз. И встретимся на курсе про